Причина это и на то, о чем мечтаешь, и на многое другое. Ну посмотри, как мы играем, у нас даже нет бэк-вокала. Ой, ребята, бэк-вокал это вообще не проблема. Проблема это, когда идешь с женой мимо стриптиз-клуба, и у тебя автоматически подключается Wi-Fi. КВН. Высшая лига. Первая игра сезона. Завтра, после программы «Время». Отец, но я не выйду за этого урода. Ты говоришь, как твоя мать!